Так, ну вот мы завершаем наш эксперимент. Даже больше часа получилось, мы продержали третий раз волосы. Так, вот это то, что... Вода. Да, порошок с водой. Три раза по часу держалась прядь порошок с водой. А вот это сейчас смываются волосы, на которые... Что? Ну-ка, посмотри, что. Потрогайте, девочки, эти волосы руками. Ну, во-первых, они стали прямо белые-белые. Это раз. Но и это как раз... Но вот... они не отвалились. Сейчас не знаю. Это... Они обычно, знаешь, а на голове они отламываются во время высушивания и укладки, да. Раз за разом, раз за разом. Так, ну давай, вот смотри, что. Вот дай, подержи, я потяну вот так вот. Ну, пока... Ой, давай, я не на камеру показал. Давай, я сейчас пробую вот их оторвать, они... Ну вот они уже сейчас разрываются, в общем, как, ну как обычные, обесцвеченные до абсолютного состояния волосы. Вот. Сейчас, если мы их будем сушить, они, ну так-то вроде еще вот держатся. Но держатся, но... Ну явно качество волос уже... Вот я пока. Да, выдергиваются, да, если отламываются. Ну, на самом деле, можем сделать вывод, естественно, что смесь порошка с окислителем, даже с 3%, ну, конечно, гораздо более агрессивно, чем смесь порошка с водой, это раз. Но, также, кстати, к моему удивлению, вот я сейчас делаю вывод, что порошок с водой тоже на самом деле осветляет волосы. Слегка-слегка, но осветляет натуральные волосы. Там явно, вот давай сравним с этой, вот, вот у нас была, да, с исходной натуральной. И вот, посмотрите, разница. Вот это исходный, а это разница. Это пока волосы еще сухие. То есть тут тона... Да-да-да, я имею в виду, если высохнут, то будут гораздо более светлые. Амбре можно делать водой. Да, но 3 часа придется держать. То есть 3 раза держать. Зато плавно, естественно. Спасибо, девочки, за помощь в экспериментах. Ну и давайте мы будем ждать сейчас нашего химического консультанта, специалиста. Вот, и будем проверять pH вот всех этих составов, чтобы уже научно обосновать, что нам приходит. Спасибо, школа Павла Баженова, приходите.